Что у нас, значит, здесь происходит? Снимаем мы рекламу кальянной. Называется Mr. Smoke или Secret Place, пока не точно. Мы взяли вот эти полки и, короче, расставили их как стену. Поставили все наши предметы, аксессуары, реквизиты и поставили наши LED-лампы сзади. И вот здесь вот, на этом месте, будет наш колячик. Тут еще надо будет заполнить реквизитами небольшими. И я еще думаю, сбоку поставить через полки. Но это не точно тоже. Снимаем, короче говоря, B-Roll. Для интро я буду пользоваться объективом Samyang 400 мм. Сделаем вход колянщика, вот слева или справа, скорее всего с левой стороны, и начнется с какого-то движения. Сначала плавный вход в этот фон колянщика, а потом будет небольшое движение, и с этого начинается B-Roll. Короче, вел гус бить часто чуть драма. Настройка любой, чем там та Sony A1, как обычно. Full HD. Use мегабит скорость. Вытяжка не физиальная, просто double frame.